Привет, дорогие зрители, я очень рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня для вас особенное видео, в котором я поделюсь с вами топ-10 RPG-стратегий на ПК. Если вы, как и я, любите увлекательные игры, где вам приходится одновременно настраивать стратегию и развивать своего героя, то этот список точно для вас. Итак, пристегните ремни безопасности, мы отправляемся в захватывающий мир приключений. Red Solstice 2 Survivals – приключенческий игровой проект, разработанный в жанре экшен, где нам предстоит погрузиться в довольно мрачную атмосферу. Линия сюжета поведает о случившемся на планете Земля апокалипсисе, который вынудил выживших отправиться осваивать просторы Марса. Игроку предлагается исполнить роль обычного, но в то же время отважного и сильного солдата, которому необходимо исполнить ряд сложных задач, чтобы дать человечеству шанс на выживание. Главная преграда на пути к заданной цели – внезапно возникший вирус, который стал распространяться с бешеной скоростью, превращая все живое в коварных и бездушных зомби. Становись участником нескончаемых сражений с оппонентом, проходи испытания, избегай ловушек и оставляй все опасности позади. Займись исследованием окружения, чтобы добыть ценную информацию и необходимые ресурсы, а также не забывай обеспечивать себя мощным оружием и атрибутами защиты. Стоит отметить наличие кооперативного режима до 8 игроков, который позволит отлично провести время в компании друзей, вместе проходя испытания и создавая безопасные условия для проживания людского рода. Spellforce Free Falling God – отличное сочетание жанров RTS и RPG, где ты отправишься навстречу непредсказуемым событиям и постараешься дать отпор тем, кто посмеет стать тебя на пути. Сюжетная линия расскажет о существовании небольшого племени троллей, которые кочуют по всему миру и стараются всеми силами защитить свою жизнь. Главной угрозой для них являются коварные браконьеры, которые ведут охоту на бедных троллей ради ценного ресурса – клыков. Надежда на спасение рода уже давно потеряна, но внезапно появляется отважный эльф, который намерен раз и навсегда положить конец браконьерству, в чем игрок ему и поможет. Одиночная кампания включает в себя захватывающую линию сюжета, наполненную неожиданными поворотными событиями и тайнами, разгадать которые будет не так-то просто. Отправляйся на исследование окружения, добывай ценные ресурсы и делай запас необходимой информации, которая и поможет справиться с обидчиком. Главная цель всей игры – спасти павшего бога, который поможет уничтожить врага и дать мирному народу троллей шанс на спасение. Развивай свои навыки и раскрывай тайны, оставляя преграды позади, постепенно подбираясь к успешному завершению миссии. Герои Меча и Магии 7 – седьмая часть популярной игры в жанре стратегии с элементами RPG, где тебе снова предстоит встать на путь завоеваний, дабы одолеть максимальное количество противников на пути. Ты отправляешься в мир, который существовал между событиями 5 и 6 серии. Достоинством 7 части является ее графическое исполнение, которое проработано на высшем уровне, имеет прорисовку каждой детали и необычную атмосферу. Ты сможешь создать собственного героя, а затем отнести его к одному из предложенных классов. В зависимости от твоего выбора и будет развиваться твой герой, улучшая свои навыки и умения на протяжении всего игрового процесса. Ты сможешь наслаждаться самыми красивыми пейзажами сказочной вселенной, которая подготовила для тебя немалое количество тайн и секретов для разгадки. На своем пути ты встречаешь огромное количество противников, каждого из которого сможешь победить, если подготовить свои боевые навыки, а также пополнить арсенал более мощным оружием. Музыкальное и звуковое сопровождение также удостоено наивысшего балла, так как является неотъемлемой частью игры. Songs of Conquest – стратегическая игра в стиле фэнтези, где присутствует пошаговая боевая система и масса увлекательных, но в то же время сложных миссий. Отправляйся навстречу приключениям, проходи испытания и раскрывай мрачные тайны. Первым делом позаботься о наличии в боевом арсенале мощного оружия и атрибутов защиты. Враг не дремлет и готов уничтожить тебя в любой момент, поэтому не забывай о развитии собственных навыков. Игра позволит самостоятельно выбрать главного героя, а затем определить его к одной из уникальных фракций, каждая из которых имеет определенные способности и возможности. Игровой процесс достаточно динамичен и включает в себя выполнение интересных заданий, поэтому скучать у тебя не будет времени. Отправляйся на исследование окружения, добывай ценные ресурсы и необходимые предметы, которые помогут быстрее достичь цели. Истреби врагов и дай миру надежду на светлое будущее. The Banner Saga 3 – увлекательная игра в приключенческом стиле, которая обладает неплохой визуальной составляющей, а также интересной историей, главными героями которой являются викинги. Ты – главнокомандующий над небольшой командой викингов, вместе с которыми вы отправляетесь на путь завоевания. Здесь вы будете постоянно сталкиваться с соперниками и вести ожесточенную борьбу за жизнь. Отправляйся в далекое путешествие, где ты будешь собирать полезные предметы и ценные ресурсы, которые помогут вам лучше освоиться в окружающем мире. История поведает о том, что твои земли покрыла
мрачная пелена, которую ты должен любыми способами устранить путем уничтожения всех, кто посмеет встать на сторону злых сил. Враги стали поочередно убивать всех жителей твоего города, поэтому ты принимаешь решение незамедлительно отправиться на сражение, чтобы остановить хаос. Вы будете постоянно сталкиваться с опасностями, ловушками, а также кровожадными монстрами, которые готовы на все, чтобы уничтожить этот мир и не оставить следа. Твоими врагами также станут голод и холод, поэтому вы должны обеспечить себя самым необходимым для выживания. А также не забудь делать передышку в безопасном месте, чтобы набраться сил и энергии для дальнейших испытаний. Age of Wonders 4 – это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической ролевой игры. Она перенесет нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы можем играть важную роль – роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создаешь уникальную расу и будешь стремиться развивать ее в лучшую сторону. Как лидер, ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится все сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать желания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является ее визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Hellseal Arbiter's Mark – игровой проект, исполненный в жанре пошаговой тактической RPG, где от твоих действий будет напрямую зависеть исход событий. Здесь имеется отличная возможность создать собственного уникального персонажа, наделив его умениями и отличными внешними данными. Более того, игра может порадовать нелинейным сюжетом и интересными событиями и неожиданными поворотами, что сделает твое времяпрепровождение очень даже занимательным. Своего героя ты сможешь определить к одному из предложенных классов, каждый из которых имеет свои преимущества и технику боя. Также можно отметить хорошее исполнение в плане графического аспекта, где тебе предлагается погрузиться в красочный двухмерный мир. Ты попадаешь в небольшое царство, территорию которого и возьмешь под свою охрану, обеспечивая полную безопасность и комфорт жителя. Тебе необходимо самостоятельно собрать собственную команду профессионалов своего дела, которые смогут истребить всех противников, которые пытаются проникнуть на территорию. Персонажей может быть более 20 классов, и каждого из бойцов ты сможешь наделить сразу двумя сотнями способностей. King Arthur King's Tale – приключенческая игра с увлекательным игровым процессом и захватывающими событиями. Игроку предлагается познакомиться с королем Артуром и его ярым ненавистником, простым наемником, роль которого мы и сыграем. Долгое время ты желал избавиться от своего правителя и вот наконец сумел добраться до него и убить, отдав при этом и свою жизнь. Но на этом события не заканчиваются, ведь наемник оказался в мире духов, где обрел свою силу и могущество все тот же король Артур. Поэтому борьба продолжается с новыми оборотами. Артур жаждет захватить и поработить мир духов, а нам нужно сделать все, чтобы остановить его деяния. Отправляйся в далекое путешествие навстречу приключениям, сталкиваясь со сложными преградами и опасностями. Решай головоломки и догони сбежавшего короля как можно быстрее, пока он не стал окончательно непобедим. Нужно внимательно изучать локации, добывать ценные ресурсы, а также заполнять боевой арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор всем, кто посмеет встать на пути. Сосредоточь свое внимание на развитии навыков, ведь они пригодятся тебе в решении задач и сражениях с главным оппонентом. Warhammer 40,000 Dawn of War 3 – новая усовершенствованная стратегия, представитель серии игр в стиле экшена, где ты отправишься в феерическое путешествие и разгадаешь тысячи покрытых мрачной пеленой тайн. Здесь тебе стоит занять сторону одной из враждующих фракций, а затем привести ее к победе любыми доступными способами. Здесь тебе предстоит взять под свой контроль командование над огромным войском, состоящим из самых могущественных бойцов, которые готовы на все ради того, чтобы сразить на повал всех сторонников зла и в конечном итоге одержать победу. Кроме того, ты будешь посылать на поле боя самые мощные элитные подразделения, каждый член которого имеет уникальные способности и навыки ведения боя. Старайся как можно тщательнее обдумывать тактику своих действий, чтобы быть в выигрышном положении тогда, когда бой еще даже не начался. У твоих бойцов будет иметься сверхспособности, которые они смогут применять по отношению к своим врагам, сокрушая их на повал в два счета. The Riftbreaker – игровой проект, разработанный в жанре RPG с элементами выживания, где мы отправляемся навстречу незабываемым приключениям с целью спасения мира. Исполни роль главной героини – отважной и бесстрашной девушки, которая отправляется на отдаленную планету, чтобы создать большой портал и позволить человечеству путешествовать в разные уголки вселенной. В своем распоряжении многофункциональный механический костюм, который станет верным помощником в достижении поставленной цели. Сосредоточь свое внимание на исследовании, так как окружение богато на полезные предметы и ценности.
ценные ресурсы. Продумывай действия наперед, так как повсюду возникают угрозы, и ты должен быть готов с ними справиться в любой момент. Мир игры фантастический и полностью открытый для изучения, а графическое исполнение позволит с головой окунуться в этот прекрасный мир, становясь полноценной частью приключения. Порадует динамика игрового процесса, поэтому скучать у нас точно не будет времени. Заверши все миссии, преодолей преграды и достигни благополучного результата за кратчайшие сроки. Вот и подошел к концу мой топ-10 RPG-стратегий на ПК. Надеюсь, я смог порадовать вас интересными играми и, возможно, даже подсказал вам несколько новых названий для вашей коллекции. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и активировать уведомления, чтобы не пропустить новые видео о самых захватывающих играх для ПК. Также буду рад вашим комментариям с вашими любимыми RPG-стратегиями или предложениями для будущих видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.